Логопед для вас представляет. Буква Г. Грустно песни голося шли под горку три гуся. Гуси-гуси, где гостили? Что вы, гуси, загрустили? Отвечали гуси. Гостили у бабуси, играли на гармошке, дала бабуся крошки. Читали га-га газеты, дали нам конфеты, помыли га-га ложки, сварили нам картошки. А сходили за врачом, угостили калачом. Что же вы, гуси, загрустили? Разве вас не угостили? Галки, голуби, грачи утащили калачи. Буквы Г вы не видали? Гуси вновь загоготали. Может, их похитили га-га-га-грабители? В лес на грушу гномик ох. Ух, на грядке ел горох. Из корзины, из избы, эх, помчался по грибы. Гром гремит, гроза грохочет, гнома дождь сейчас намочит. Но не страшен гному гром, гном укрылся под грибом. Только кончилась гроза, видят гномики глаза. Воротились гномы в дом, осмотрели все кругом и нашли пропажу. Где? Где? Г висела на гвозде. Подписывайся на наш канал, ставь лайк.